Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою наконец-то продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. В общем, ребята, спустя столько времени мы заходим в Shadow Fight 2. Тут у нас начинается новый ивент, лунный Новый год и искрящее торжество уже здесь. Подарок, уникальные предметы и скидки. Новый босс, конечно, ребята, посмотрите, там мандарины. Это, понимаю, это метательные, блин. Так, выигрывай старинные жетоны в праздничном рейде и покупай на них сундук и эликсиры. Выше места в рейде, больше токенов. Подарок в честь начала нового события. И это... Теньха у нас там была или чешо? А вот оно что, ну это замечательно. И смотрим, что это такое. Сундук дракона содержит предметы дракона и панды. А также пачка узорных ключей. 5 ключей для входа в бой с сыном неба. Ну и, конечно, это уже, ребят, мы с вами помним, да? Что да как. Шанс выиграть 500 тысяч. 10 тысяч! Вы что, серьезно, что ли? Нифига. Нормально так, я вам хочу сказать. Так, но нас, конечно, заманивают. У нас тут сын неба. Падающие искры самого высокого фейерверка. Я спустился с облаков встретить лунный Новый год. И насладиться торжеством, ну и принес шкатулку с подарками. Эх, где-то плачет Мэй на затмении. Ребятки, должно быть, наш праздник и впрямь хорош. А шкатулки сокровища, раз сам посланник вечного синего неба встретил нас. Ярче праздника я не видел за всю свою долгую жизнь, а какая искусная и красивая шкатулка! Что же мне, не томи! Не спеши, старик, я слышал, у вас есть великий непобедимый воин, что прошел сквозь врата теней и сокрушает силу самой природы, я хочу сразиться с ним. Давненько я не разминался в бою, так и сноровку потерять недолго. Тень-то легко покажет, где панды зимуют, но что взамен? Заплачу после боя старинной монетой, такие жетоны приносят удачу и богатство, ну что, да начнется великая битва. А, подчини стихии своей воле. Укоротитель стихий. О, это что-то новенькое, ребят, приобрети уникальную магию и получи кунаи в подарок. Торопись, успей до конца события. Короче, смысл в том, ребят, смотрите, я вам хочу сказать, 8 дней у нас есть. Мы просто, чтобы был контент, ребята, я, конечно... Вот, я не особо люблю донатить, даже я начал сейчас Angry Birds Epic, давным-давно я еще проходил и донатил тоже в нее, и сейчас намного интереснее без доната играть. Тот же самый Brawl Stars, кстати, тоже мы играем без доната. Но здесь, чтоб контент, чтоб жила игра, чтоб выпуски выходили, чтоб... Ну, слушай, ну вот я куплю, например, да, эту штуку, это когти, надо их... протестировать, тебе показать. Так что это прям хорошая идея. Меня, я думаю, поддержат многие. Вот. А, давай посмотрим сейчас секунду. Сундук. С первой покупкой сундука дракона вы получите подарок. Вот видишь, еще и подарки нам тут. Но сегодня, я думаю, мы не будем ничего такого покупать, просто попробуем хотя бы. А в следующей серии уже 100%. Жесть, конечно, кастетами. Ну попробуем, что делать-то. С неба. В этом рейде каждому будет... Так, все, собираем рейд, ребят. Самое важное, конечно, нам хотя бы минимальный урон нанести. И я фиг его знаю. Такое чувство, что я там один всего. Ребят, один сам собой буду драться. Без ударов ноги. Раз. Так. Нифига себе, он меня... Ну, пойдет, пойдет. Сколько там урона-то, друже? Соточка есть? Ля, подсчет идет. Пойдет, ребят. Я, кстати, первый... Ну, хорошо, ребят. Там Алекс. Слушай, давай быстренько, не ждать. Так, все, погнали, друзья. Инвертированное управление. Мама мия, сейчас попробую его... Да как его ударить-то вот? Да он охренел совсем в край! В смысле? Я просто... Чё? А, во. Я тут панику навёл, да... Фиг ли он такой сильный-то, блин? Да ну на
нафиг, блин, заколебали! Ну что же, друзья, просто великолепно все, идеально, потому что у нас только один братишка играл, и все, ну и я. Короче, а у вас тут всегда так весело, я даже не вспотел, до конца праздника вы знаете, где меня найти, приходите подготовленными. Тень, соберись, чему я тебя учил? Чему ты меня учил? Тратить все последние кровные, заработанные со школьных обедов на сундук дракона? Чему ты меня учил, сенсей? Мистическая коробка, мне повезет, я так понял, там реклама смотрится. Я уже даже подзабыл, ребят, или нет? Погоди, получить бесплатные кристаллы. У меня, я даже ножи взял, ребята, это тяжело, правда. Что будем делать с тобой? Значит так, посмотри видео и получи один гем. Блин, нам надо что-то придумать, друзья, надо что-то придумать. У нас третий уровень, у нас есть еще эти... бляхи, по-русски говоря. А может, реально, слушай... Не-не-не, это надо же на следующий... Или все-таки здесь задонатим, ребятки? Что там у нас? Почини стихию своей воли, и она станет грозным оружием против врагов твоих. Уникальную магию получи куная. Дай посмотреть. Ну что же, друзья, я взял укротитель стихий и плюс, как ты видишь, стальной клык. 6 уровня, ну слушай, я так понимаю, их надо будет докачивать. Но тут отсутствует вообще свойство, и мы с тобой будем кастетами. Да давай ножами, пойдет дело, сейчас пойдет на ура, ребят. Юнец, твой стиль не похож на все остальные, позволь мне стать учеником. Окей, давай, друже. Отлично, он все-таки притараканил. Так, сын неба, давай, все, погнали, надеюсь, братишки нормальные сейчас соберутся. Все-таки купил, ребята, все-таки купил, блин. И фиг его знает, кто тут у нас. Конечно, ничего у нас такого нету, но что делать? Горн бы уже добавили без прыжков. Окунай! Да ты что творишь, паскуда? Боже мой! Да прибудет сила со мной, как говорится, ребятки. Что ж происходит-то, а? Может, Ила сейчас, конечно, там нанесет, так сказать, последний удар, но я что-то думаю, что нет. Видишь, уже времени идет подсчет. Мы, кстати, минималку, ну почти чуть-чуть бы еще и все. Но я чувствую, что все равно. Это нифига себе, это надо набрать 4200. 4200 урона. Идет подсчет урона. Давай посмотрим, что будет. Пойдет, друзья, в бой! Серьезно? Время рейда истекло. А, у вас всегда так, я даже не потел. Тень, соберись! Так, пробуем еще разочек. В смысле, я думал, побольше мне дадут. Вы что, прикалываетесь, что ли, ребятки? Ну что же, друзья, я психанул. В общем, погнали на сына неба. Мы должны хоть раз его уже победить. Я тут даже рулеточку крутанул. Погнали. Предмет успешно куплен. В этом рейде в каждом. Погнали. Главное, чтобы сейчас нормальный... Хорош! Хорош! Все! Вот сейчас, наконец-то, мы с тобой точно затащим. Там такой братишечка. Там такой братишечка был. Так. Отходим, отходим, отходим. Я уже понял, что лучше отходить. Пойдет! Ничего, мы сейчас заюзаем с тобой, отлично, хорош. Пойдет. Так, мы можем с тобой быстро, не жжешь, давай, быстро, без блоков. Так, сейчас аккуратно, ребят, вы простите, пожалуйста, меня, но... Хорош. Хорош. Ребят, я пока очень слабый, поэтому придется вот так вот нам делать. Ой, хорош просто! Хорош! Хорош, блин! Ну, запинал нас. Так, а что, я первый? Вы серьезно, друзья? Ребят, нужно поторопиться, вперед! Не ждать. Так, а что у нас есть? У нас еще вот заряд. Так, без двойных ударов. Ничего страшного. Так. Назад, дружище.
Есть. Так, где мой... где мой легендарный прием, ребят? Ну, двойной, видишь? Хорош. Блин. Ну ничего страшного, ребята, ну контент пошел. Ой, хорош, контент пошел. Серьезно, друзья, это вообще хорошо. Хорошо, хоть братишки не выходят. Так, быстро опять же не ждать. Блин, у меня, наверное, все, у меня хоть... Нету. Мы зато сундучок с тобой получим обязательно. Я еще даже, я не знаю, могу отражение урон... Блин, сейчас мне очень интересно, как будет. Так. Хорош. Блин, магия, почти, ребята, почти мы с тобой. Ну, 143 тоже неплохо. Короче, мы с тобой сейчас посмотрим, сколько... Яков, давай, тоже не подводи, дружище. Блин, ребятки, давайте, не подводите, ёкарный бабай. 4900, отлично, отлично, ребята. Давайте, я прям надеюсь на вас, вы должны это сделать. Главное, никто наконец-то не выходит. Боже ты мой, наконец-то. В шоке, ребятки. Минута остается. Как так? Красава! Просто красавчик! Просто респект ему огромный. Вот серьезно, просто такой респект огромный ему. Ребята, наконец-то, наконец-то. Мы должны все сейчас сделать, чтобы победить. Боже, огромное ему спасибо, что он прям втопил. Он прям втопил реально. Ребятушки, ой, остается 30 секунд. Я не знаю, что я там сделаю. У меня такое есть чувство, что мы... Ну что мы там сделаем, а? Как вы думаете? 723 урона. По идее, если мы сейчас все объединимся, мы сможем это сделать. Давайте так и сделаем. Ласт молодец. Так, ой, красавчики, просто молодцы. Вперед, вперед, вперед. Молодцы, молодцы просто. Давай, 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 давай. Немного, но опять без двойных. Ну ничего страшного. Идет подсчет урона будет. Просто красота! Боже, он молодец. Он молодец. Просто, ребят, похлопаем ему. Ой, спасибо огромное. Серьезно, это шикарно. Так, сейчас самое важное добить, конечно. Ну тут хотя бы можно до бесконечности, ребят. Я вообще что-то не в форме. Ладно, ничего. Ну вот как... Так, во. 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 Во, все, мы его добьем. Ну блин, ну так же неинтересно, ребят. Так же неинтересно, я, конечно, понимаю. Да, говнюк, получил. Боги, мы... Ой, офигеть, чего мы только не получили, ребят. Уф, это была славная битва и награда ваша, как я и обещал. Но без реванша и нюду, сразимся. Может, тогда повторим? Нет, 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 нет. 9 минут, ты прикинь, 9 минут мы его били. Я просто в шоке, ребят, но мы с тобой... Чуть серьезно? Я еще тут могу и... Шэдоу тут есть. Йо-йо. Нифига себе он. Процент побед. А у меня сколько процент побед? Поведу подсчета 4, выиграно рейдов 3, всего рейдов 6. Средний урон. Блин.
Ребят, нам бы, конечно, на первом месте быть бы, а? Было бы вообще шикарно. Но вот такого... Это мега-донатер, я понимаю, поэтому навряд ли. Ладно, ребят, все, мы наконец-то сделали. Поставь, пожалуйста, огромный лайкосик. Охренеть, вот эта серия у меня была. Это все, бай-бай, дорогой братишка.